Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Лестница в небо». Программа, в которой мы обычно говорим о том, что не очень хорошо или совсем неизвестно нашим согражданам. Мы говорим о православной вере и жизни православной церкви. Вот когда у человека день рождения или, скажем, свадьба, друзья желают ему всех земных благ, здоровья, успехов в делах, всяческих благ. Современный мир вообще настраивает человека на поиск комфорта, успеха, чтобы все было хорошо. Но вот человек заболел, или у него серьезные неприятности в семье, и картина мира для него резко меняется, она мрачнеет, человек огорчается и удивляется, ведь он-то был запрограммирован на то, что у него, как сейчас говорят, все окей, все супер. Одним словом, в жизнь человека приходят скорби. И очень часто человек оказывается к ним не готов. Особенно тогда, когда он живет, не надеясь на Бога. И надеясь только на свои собственные силы. Сегодня мы коснемся темы, о которой люди не очень любят говорить. Почему в нашу жизнь приходят неприятности? Как быть, когда обстоятельства тяжелы, и в них тяжело жить? Наконец, как православная вера и православная церковь относятся к болезням, к унижениям, к житейским неприятностям, и всегда ли это однозначное зло? Вот об этих, как мне кажется, очень важных вещах мы поговорим с нашими дорогими гостями, которых я с радостью представляю. Это настоятель Киевского храма в честь святых апостолов Петра и Павла, архимандрит Алипий Светличный. Здравствуйте, батюшка. Благодарю, здравствуйте. Катехизатор, богослов, Марина Самофал. Ну и, как всегда, с нами представители приходов Киева и Украины. Начнем мы с цитаты одного из известнейших святых нашей церкви в Арсенофе Оптинского, где говорится о скорбях, и я прошу зрителей и студию внимательно послушать эти слова. «Скорбями испытывается наше терпение и смирение. Молись Богу о помощи и терпи. Чего Господь не попустит, того быть не может». Преподобный в Арсенофе Оптинский. Обращаясь к вот этой, как мне кажется, важнейшей мысли, я бы просил вас прокомментировать. Во-первых, кто испытывает? Второе, кто попускает? Вот там говорится о попущении. Чего Господь не попустит, того не будет. Пожалуйста, прокомментируйте эту фразу. Ну, во-первых, если вы говорите, кто испытывает, мы, конечно же, говорим о личности. О личности, а Бог есть личность. И как вы сказали, что кто не может, кто живет без Бога, те претерпевают великие скорби, и это так. Бог испытывает нас, Он попускает, Он подает эти скорби ради нас же самих. Это не делается на зло нам, это делается в пользу нам. Интересно. Мариночка, а вот как вы думаете, вот современному человеку это трудно понять, как это неприятности и в пользу? Вы знаете, в славянском языке есть очень такое красивое слово – наказание. И мы обычно его понимаем как нечто плохое, да? А на самом деле смысл в чем? Наказать – это значит научить, дать наказ какой-то, да? Поэтому многие наши скорби Господь попускает или даже, можем сказать, наверное, посылает, как любящий отец, дабы человека научить и обратить к чему-то важному. Совершенно с вами согласен, но вот тут нам задают, люди неверующие задают часто такой каверзный вопрос – скажите, пожалуйста, православные христиане, вы говорите, и мы читаем в Священном Писании, что Бог есть любовь. Как совместить любящий Бог и такие тяжелые скорби? Многие недоумевают. Вот как это мы прокомментируем? Вы когда-нибудь замечали, как себя ведут малыши некоторые по отношению к розетке? Ну да. Ну вот хочется в розетку. Хочется в розетку, да. А родитель не пускает. Это же какие скорби, крики, возмущения. Да, вот такие бывают родители злые. Значит, чтобы не ребенок пускает. Научился, да? Чтобы ребенок научился, вы с этим согласны, Мариночка, да? А я вот хочу обратиться сейчас к нашим гостям в студии. Мне кажется,
что помимо вот того, что сейчас сказал отец Алипий, у Бога бывают и другие цели. Вот какие эти цели, с вашей точки зрения, может быть, еще для чего-то попускаются скорби? Давайте студия начнет, а мы продолжим, если не возражаете. Пожалуйста, кто бы хотел сказать? Здравствуйте. Мы понимаем, такое есть пословица, что богатый бедного не понимает. Да? В принципе, можно эти слова отнести к нашему жизненному опыту. Пока мы сами не столкнулись с трудностями, нам очень тяжело понять человека другого, который в них оказался. Потому иногда нам дается, может быть, в меньшей мере какой-то неприятности, чтобы мы совершенно по-другому отнеслись к человеку, который просит у нас поддержки. А мы сами, если ощущали похожую ситуацию, мы поймем, в чем помочь, и поймем, насколько это тяжело. Я понял, спасибо. Еще какие версии есть? Для чего еще Господь может попускать скорби? Какие еще есть версии? Тогда давайте мы сейчас, может быть, поддержим. Мариночка, батюшка, пожалуйста. Ну, конечно же, центральная тема – это покаяние. Покаяние, да? И, конечно же, если человек сам не приходит к покаянию, то Господь подает ему скорби. А еще скорби – это один из путей к Богу, причем один из самых важных путей к Богу. То есть Господь говорит, если я правильно понимаю, ну вот ты меня забыл, ну вот когда ты будешь страдать, ты же ко мне обратишься, да? Вот, наверное, вот такая воспитательная мера каким-то образом имеет значение здесь. А вот скажите, а сам человек может быть причиной собственных скорбей, то есть творцом своего несчастья? Безусловно, но мне кажется, что вот кроме такой функции, как бы обратить человека, да, обратить человека к покаянию, Господь иногда еще и посылает скорби. Ведь многие праведники страдали, мы знаем, и святые люди, да? Для чего? Это некие такие, как гири, знаете, чтобы человек не превозносился, да, не гордился. Прямо сказано, многие скорби праведным. Да, то есть нам, как грешник, если грешнику дать вот здесь благоденствие на земле, то он может превратиться, простите, в сатану, да? То есть все-таки земля – это юдоль плачевная, а не из печали или воздыхание, это уже там, когда ты уже дошел, потрудился. Очень важный момент, и сейчас мы к нему вернемся обязательно. Но я хочу обратить внимание наших зрителей, что мы сами тоже часто являемся авторами своей судьбы, авторами и фундаторами своей несчастливой судьбы. Ну, простая вещь. Но если, скажем, пить водку с утра, предположим, и не ходить на работу, то у нас настанет, как говорил профессор Преображенский, настанет у нас разруха дома, скажем, да. То есть, и потом мы будем спрашивать, как, за что, почему там. Вот согласитесь, что человек, употребляющий наркотики, он формирует свой будущий завтрашний день. То есть источником несчастья мы тоже можем являться перед Богом, так же? А Господь Всевидящий говорит, ну попробуй. Вот, батюшка, вы говорили о покаянии. Я бы хотел для наших зрителей остановиться на слове «покаяние», потому что очень часто покаяние воспринимают как такое биение себя в грудь. А что же такое покаяние, в общем-то, в православной традиции? Покаяние, или греческое слово метаноя, подразумевает изменение формы мыслей своих, то есть движение своей души, направление сердца совершенно в другую плоскость. То есть если человек грешил, то теперь он, придя как бы на то место, где он грешил, он уже его отрицается, и теперь он начинает идти другим путем, другой жизнью. Потому покаяние – это не просто «прости», как некоторые говорят, ну, то хай мене Бог и простить. Да, говорят, то есть у Бога такая работа, он должен прощать. Нет, у Бога нет такой работы прощать, но мы сами должны достичь того состояния, в котором мы вместе с Богом станем судьями себя прошлого для того, чтобы стать человеком новым для будущего. Спасибо. Мариночка, что-то хотите добавить? У меня есть только одна мысль такая уточняющая. Метаноя, перемена ума, по-гречески, да? Вот человек совершал какие-то нехорошие поступки, грешил перед Богом. А когда он покаялся, режь его на куски, а он никогда не будет этого делать. Вот это настоящее покаяние, как мне кажется. Подходим к очень важному моменту. Те же святые отцы, и оптинские в том числе, и не только,
подчеркивают всегда, что страдание, скорбь надо рассматривать не сиюминутно, не вот сейчас, а рассматривать в контексте человеческой жизни в вечности, рассматривать в контексте его спасения. Вот если можно, давайте этот момент прокомментируем, потому что он очень важен. Ну что ж, если мы так будем говорить, то мы должны говорить прежде всего о том, что Бог-сердцеведец – это Бог вечности. И Он находится, живет, Бог жив. Мы так, как святые, вернее, как древние пророки говорили, жив Бог мой. Угу. Да? Он жив сейчас. Он всегда сейчас жив. И для тех, кто был раньше, и для тех, кто будет после нас, но Он жив сейчас. Для нас течение времени, Бог жив сейчас. И потому то, что происходит, Бог ведает. То, что было, Бог ведает. И все делается ради нашей пользы. Бог – домостроитель. Угу. И ничего недоброго в этом домостроительстве нет. В нем все прекрасно и величественно. Угу. Спасибо, Дамрич. И продолжая мысль о том, что страдания, они все-таки, их стоит рассматривать в контексте будущей жизни, ведь задача человека здесь подготовиться к будущей жизни. Мне вот очень нравится образ, который есть у пророка Исаии. Он говорит, что, сравнивая людей с серебром, он говорит, я тебя переплавлю и опущу как бы в щелок, то есть очищу, переплавляется серебро, и щелоком очищается, дабы очистить от всего ненужного, то, вредного, то, чего человеку не нужно. Вот, собственно, мне кажется, что одна из таких главных целей скорби, собственно, в этом. Дорогие друзья, мы с вами говорили уже в предыдущих программах, что цель человеческой жизни – это, в конце концов, встреча с Богом, Его Божьем Небесном Царстве. И в это царство возможно войти только в определенном состоянии, конкретно научившись любить. А вот если человек здесь не научится на земле любить, то и там ему делать нечего. Мы об этом говорили не раз. Вот человек заболел, а ближние, которые тоже водимы Богом, им помогали, проявляли любовь. И вот этим они тоже спасаются. Помогая скорбящему, они тоже спасаются. Господь промышляет о том, чтобы мы спасались. И поболев, и помогая болящему, и помогая бедному, и узнав, что такое бедность. Был богатым, стал бедным, и понял, каково это быть бедным. Это тоже Бог все учитывает, батюшка. Я правильно Конечно, говорю? Конечно, Иоанн да. Златоуст прямо так и говорит, что больные нужны здоровым. Нищие нужны богатым. Не богатые нищим, не здоровые больным. Наоборот, он вот так ставит. Так, как поставил Господь в своей притче о самарянине, добром самарянине. Внимание, вот наши гости в студии. Я для вас приготовил одно письмо из интернета. Послушайте его, автора не называю. Я потом вас попрошу его прокомментировать, если возможно. Пишет человек. Я ничем не хуже своих знакомых, но несчастье преследует именно меня почему-то. На работе, в семье, все сразу навалилось сейчас. Мне посоветовали пойти в церковь, помолиться. Я ходил и даже не один раз ставил свечи. Ничего не меняется. Значит, Бог отвернулся или его просто нет? Если можно, прокомментируйте, пожалуйста, вот письмо нашего зрителя, которое я зачитал сейчас. Кто согласится? Пожалуйста. Отец. Да, есть там, да? Можно микрофон, да? Возможно, этому человеку стоит пообщаться со священником, обсудить свои проблемы. Да. Ну, безусловно, да. А может быть, обратиться к исповеди, да, батюшка? Вот, ну, человек, допустим, сейчас ждет от нас ответ. Ну, да, ему, да, 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 да. Давайте. Вот, что можно было бы сказать? Передайте, пожалуйста, на второй ряд. Ну, спочатку хотілося б спочатку порадувати людину, тому що вона зараз в скорботі, як їй здається. А я хочу розказати цій людині, а багатьом людям, які теж в такому стані подібному, як цей, що написав лист, одну історію, яку мені Господь подарував там, де я сподобався познайомитись з цим Аліпієм, в Кирилівській обителі. Уявіть собі таку ситуацію. Попадає у психіатричну клініку Києва, старша людина, 68-70 років, одинока, чоловік такий в літах, Олександр Федорович.
і попадає в відділення самотній він. Ніхто він, його здали сусіди, бо кажуть, що він вже не може сам справувати. Квартиру вже його там чистять, все. І він вже все готується, якби відчай людина. Ми приходимо на проповідь, і всі хворенькі якось по мірі долучаються до розмови, а він вже все. Він же приречений, він же в отчаянні, як то кажуть. І одне тільки просить: ви мене побрийте, якщо можна, поголіть мене. Так? І то так прозвучало, не мов би вже помажте мене на відспівування. А ми його забрали, з ним поговоривши, забрали його на причастя. Людина причастилася перший раз. Потім попросився через тиждень ще, через місяць ще. І уявіть собі чудо. Через півроку цей чоловік Олександр Федорович виходить з психіатрії, повертається додому, робить порядок, одружується майже в 70 років, переселяється в село, квартиру здає і дякує Богові, каже: Боже, я в церкві знайшов тебе, я воскрес. І таким чином те, що йому здавалося скорботою, от скажіть зараз самі, от ви, те, що здавалося скорботою, чи є воно насправді скорботою, чи воно так виглядало для людини затравленої і одинокої? Спасибо. Можливо, ми часом відвернуті від Бога настільки, що не бачимо, що це є чудо Боже. Спасибо большое. Я присоединяюсь к аплодисментам. В нашій програмі обычно есть три странички. Вот первую страничку мы сейчас завершаем. Я подведу небольшую предварительную такую черту, и мы скажем, что Всевидящий и Всеведящий Бог знает о наших скорбях. Он может освободить их в одно мгновение. Но если Он попускает их, то только для нашего блага, и мы должны это понимать. Больше того, часто мы сами являемся причиной своих скорбей. Кроме того, как сейчас было сказано, мы иногда не анализируем, не замечаем, что то, как казалось нам зло, со временем выяснилось, что это, собственно, не зло было, а это было добро, это была милость от Бога. Таким образом, человек, забывший Господа, к нему приходит через скорби. Да, к сожалению, через скорби. Вот здесь поставим первую многоточие, и я попрошу дать нам цитату из величайшего пророка и царя Давида, тоже касающуюся терпения скорбей. В этой цитате, в этом фрагменте из Псалтиря говорится о том, что Бог обещает тому, кто на Него надеется. «За то, что Он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что Он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготой дней насыщу его, и явлю ему спасение мое». Псалом 90. Спасибо большое, что напомнили нам эти замечательные слова псалмопевца Давида. Если можно, давайте прокомментируем вот эти слова. Вот мы с Мариной перед тем, как перед передачей беседовали, и вдвоем вспомнили главу 5 послания к римлянам. Здесь с 3 стиха очень, кстати, было бы прочитать как бы в ответ и подтверждение и продолжение этой темы. «Не только этим хвалюсь, — говорит апостол Павел, — но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда, а надежда не постыжается, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Вот как бы продолжение этих слов, потому что мы скорбями взыскуем терпение, опытность и надежду, на которой зиждется вся наша вера, и чистотой достигается любовь. Я бы хотела, да, продолжить. Конечно. Вот апостол Павел, он как бы дает такой вот алгоритм, да? Скорби порождают терпение. Когда человек благодушно, да, терпит скорби, он становится в славянском языке там искусным или опытным. А в чем этот опыт состоит? В том, что всегда, где есть скорбь, там есть и благодать Божья.
Да, а опытность в том, что Господь утешает. И когда мы имеем вот этот опыт утешения в скорбях, да, то тогда у нас появляется надежда. Мы верим в то, что Господь и там нас не оставит, не только здесь. Если Он так печется о нас здесь, в этой жизни, то и в будущей, конечно же. Вот видите, получается, что скорбь – это как основание, очень такое серьезное познание Бога. Да. Мы познаем Бога через Его благодать и утверждаемся в вере, потому что имеем надежду на будущую жизнь. Да, то есть, да, пожалуйста. Немножечко возвращаясь к вопросу о любви, Бог и скорбь. Где здесь что, как взаимосвязано? Вся проблема в том, что мы каждый раз мыслим о себе, о своем окружении категориями временности. Мы не мыслим категориями Бога вечности, которую Он нам все время приносит. В чем заключалась Евангелие, благая весть? В том, что мы вечны. Да. И что нам обетовано Царство Божие. Ну вот меня всегда потрясает, простите меня за, может быть, мою такую телевизионную занудность, а я все-таки вот хочу вернуться к цитате из псалмопевца. Меня всегда потрясает это место, я не зря его приготовил. Бог говорит Давиду, он говорит всем нам через Давида, тоже говорит, что вот, мне все время хочется по-славянски сказать, «Изму его и прославлю его, долготою не исполню и явлю ему спасение мое». Вот я вот по-славянски говорю. А спрашивается, за что? И там есть такое словечко такое, «яко на мя упова». То есть, я, если я правильно понимаю, вот все это, и достану его из обстоятельств тяжелых, и долготой дней напомню, то есть продлю его жизнь, только потому, что он на меня уповает, то есть надеется на меня. Я правильно понимаю? Безусловно. Но опять же мы должны понимать, что если Господь обещает нам эти все блага, то Он обещает их на сердце наше. Это не обязательно все должно, нас должно окружать богатство, потому что в мире скорбны будете. Вся ведь проблема в чем? Что мы любим не то, что надо любить. Мы все время связываем слово «любовь» с собой, любимым, но при этом даже себя не умеем любить. Господь призывает, чтобы мы научились себя любить. Мы этого не умеем делать. Мы любим какую-то, тискаем там какую-то собачку, да? Мы там купили новую мебель, там ходим, протираем, или там новый гаджет какой-то, и перед ним трясемся. Он для нас самый важный, и не дай Бог кто-то толкнет и разобьет его. Мы готовы этого человека убить, растоптать. Мы его ненавидим. Мы себя ненавидим, если где-то что-то повредилось нами любимое, то, что ложно любимое. В мире скорбны будете, потому что мы связываем себя любовью не с тем, что должно быть, что по-настоящему достойно любви. А вот, Мариночка, хотела вас спросить, если можно, а вот как себя человек неверующий, как обычно, традиционно он себя ведет? Какое его типичное поведение именно человека, не знающего Бога? Ну, мне кажется, для человека вообще очень свойственно кого-то обвинять, искать виноватого где-то вовне. Да? То есть это не я виноват, это обстоятельства такие, это окружающие не такие. Мне кажется, вот человек часто вот так себя ведет, скорее всего. Да, это есть такой момент. О, кстати, вот прочту еще одно письмо, которое я подготовил для эфира. Вот пишет одна наша зрительница. «Мы с мужем после свадьбы жили хорошо и дружно. Но потом что-то произошло, и все у нас пошло ужасно. Скандалы, семья рушится. Я подозреваю проклятие, внимание, и конкретно подозреваю сестру мужа. Никакой причины другой и быть не может, я ее не вижу. Был нормальный человек мой муж, и вдруг как подменили». Вот, скажем, человек не видит, видит вовне, то, что сейчас говорила Марина, видит вовне причину. А может быть, причина не вовне совсем, вот, а наоборот, в самих участниках конфликтов, в тех, кто скорбит. У меня вопрос сейчас сначала к студии, а потом и ко всем. Вот такой вопрос. А православный христианин, знающий Христа и исповедующий Пресвятую Троицу, уже имеющий опыт молитвы и ответа на молитву, как православный человек ведет себя, или хотя бы как он себя должен вести в ситуации, когда в его жизнь пришла болезнь, скорбь, гонение, унижение, не знаю что, ну нехорошо. Как православный должен реагировать? Пожалуйста. Кто нам скажет?
Есть такая замечательная молитва оптинских старцев. Там, ну, просто высота и глубина. И вот именно в этой молитве говорится прошение, что «Господи, дай мне принять все от руки Твоей в этот день». Вот. Ну, я в этом черпаю для себя вот силу и поддержку. Спасибо. Спасибо. А вот я позволю себе еще задать такой вопрос. А вот в чем вообще опасность для человека, когда он, духовная опасность, конечно, когда он вот полагается только на себя? Вот мне кажется, здесь есть какое-то оскорбление Бога. Это вот такое моя точка зрения. Он говорит Богу, ты мне не нужен. Я вот сейчас сам тут быстренько подсуечусь, разберусь, там где-то с кем-то перетру, как сейчас говорят, да, и я все решу сам. Оно не выходит. Ну вот если можно, прокомментируйте, пожалуйста, вот как ведет себя верующий и неверующий? Ну, во-первых, опасно и все возлагать на Бога. Это тоже определенная опасность. Хотел об этом говорить, спасибо, да. Хотел об этом говорить, конечно, да. Потому что, то есть, все время человек должен ходить в мудрости. Он не должен уходить вне этого состояния. Если человек должен видеть... Есть такие хорошие слова, что молись так, как если бы все зависело от Бога, и делай так, как если бы все зависело от тебя. По-моему, это и есть... Те самые мудрые критерии, которые позволяют нам поступать правильно. Маришка, вы что-то хотели сказать еще? Да, ну вот как бы такое правило. Делай, что должен, и будет, как Бог велит. Да? И будет, вот, как Бог велит. Если возвратиться к вопросу о том, как принимать скорби, как стоило бы, да, ну то как минимум святые отцы говорят, не роптать. Это минимум, который только можно не роптать. Принимать как от... Со смирением. Со смирением, да, действительно. Помня о том, что Бог – это любящий отец, и Он промышляет о нас. Да. Ну, а как максимум Бога благодарить? У отцов-пустынников было такое, что вот встречаются два подвижника и говорят, что ты мне, Бог, давно не посещал. Ну, я не болел, никаких скорбей не было, наверное, что-то это плохо. Господь кого наказывает, того как бы благословляет. Большое спасибо. Сейчас мы к этому, мы подходим к этому, да, подходим к этому важному моменту. Я хотел только сейчас подключить наших гостей в студии, напомнить тоже слова из Псалтири. Такие слова, прекрасные слова. «Возверзи на Господа печаль твою, и то и тебя препитает». 54-й Псалом Давида. «Положись на Бога, и то и тебя препитают». Все абсолютно понятно. Но у меня вопрос более каверзный. Сейчас отец Алипий уже к нему подошел фактически. Я обращаюсь к сидящим в студии. Так что получается, друзья мои? Возверзи на Господа и ничего не делай. Господь меня там исцелит. Или я вас, Господи, давай-ка устрой мои дела в бизнесе и ничего не делаю. Пожалуйста, прокомментируйте, как... Надо понимать эти слова с вашей точки зрения. И нужно ли бездействовать, если вы такой верующий, так вот, то нечего тогда и дергаться. Господь сам все сделает. Пожалуйста, кто хотел бы сказать? Можно скажу. Можно относиться к жизни. Вот все мы любим часто спорт, и все хотим быть чемпионами. И нам Господь, по сути, дает подсказку, как стать чемпионом. Наша жизнь – это, по сути, большой тренажерный зал. Если мы ничего не будем делать, будем лежать, мы останемся, грубое слово, так, рахитами, которые ничего не могут. Потому все эти скорби нам даются как закалка. Любой спортсмен, когда трудится, он терпит боль для того, чтобы его мышечная масса, а в нашем примере это будет опыт, чтобы он рос. И вот комментируя эти слова Псалтыри, я вспомнил такое слово греческое – синергия, содействие. Мы становимся сильными, когда мы с Богом. То есть это должно быть содействие. Сейчас хитро слово «вера» уходит в другое значение – «верь в себя». То есть можно во что угодно верить, в победу. Мы должны вернуться к православному пониманию веры. Вера – доверие Богу. То есть мы должны помнить, что без Бога мы эти, конечно, препятствия не преодолеем. Вот. И только с Ним мы можем... Вот очень важный момент. Христос, Он же ведь Бога человек, да? То есть очень хорошо. Синергия, содействие и Бога, и человека. И вот мы должны прийти к такому состоянию, чтобы быть уверенными, что с Богом можно преодолеть любые очень трудности. Очень хорошей этому есть, является иллюстрация во время таинства крещения, когда человека помазывают елеем, маслом. Это
тот образ, который существовал в древности. В Греции, кстати, всего человека обливает маслом при этом, освященным благословенным маслом. Это знак того, что человек бросает вызов сатане, потому что борцы раньше помазывались полностью маслом, да, чтобы когда вступать в борьбу, олимпийские борцы, угу, чтобы они выскальзывали из вот зажимов этих борцовских. Да. Вот, но при этом, да, человек помазывается маслом, он бросает вызов дьяволу на борьбу эту, но при этом совершается дальше само непосредственно крещение и подается божественная благодать. Угу. Вот материальное действие и вызов, который бросает человек, все равно закрепляется благодатью Божией, да, через, да, священную купель. Я почему-то еще вспомнил слова апостола Павла, не знаю, доречные они или здесь, мне кажется, что доречные. «Сила моя в немощи совершается». Вот, это такие очень глубокие слова. «Сила моя в немощи совершается». Ну, как и хвалюсь, и хвалимся скорбями. Да, да, да. Вот, то есть, если я правильно сейчас говорю, если нет, меня поправят, именно тогда, когда человек находится в немощи, благодать, может быть, и больше всего к нему и приходит, он тогда и он тогда становится ближе к Богу. Становится ближе к Богу. Расскажу одну историю из своей собственной жизни. Очень коротко. Был в очень больших сложных обстоятельствах. Болела дочь. Вот. И я очень переживал с этим, это совершенно естественно для отца. И один мой знакомый из другого города, даже из другой страны, прислал мне слова Игнатия Брянчанинова. Вот. Несколько его поучений, и в частности он написал: «Помните слова Игнатия», и дальше там есть такое, что «скорби даются тем, кто избран ко спасению». Вот если можно, для наших зрителей, пожалуйста, прокомментируйте. Меня тогда эти слова очень, ну, и утешили, и укрепили. То есть Господь не оставляет. Если можно, вот прокомментируйте, что означает это? Печать избранности скорби. Ну, когда на Руси случалась такая беда, как пожар или горе дома, люди как говорили? Господь посетил. Посетил, да. Основываясь на тех словах: кого люблю, того и наказую. Угу. Безусловно, есть некоторая печать избранничества на тех, кто претерпевает скорби, потому что человек может это понести. Вот очищающееся серебро или золото, очищающееся, драгоценный металл, скажем так, если он очищается на такую чистоту, на такую степень чистоты своей, насколько он достоин этого. И очищение – это искушение, это скорби. А вот, Мариночка, как вы полагаете, может ли Господь попустить нам такую болезнь, скорбь, которую мы не можем понести, не можем? Ну вот уже такое, не вынесем. Безусловно, нет. Мы говорили о том, что Бог – это любящий отец. Как отец своему ребенку не даст то, что ему не по силам, ну, нормальный отец, да, то так и Бог. Это безусловно. Ну и кроме того, мы говорили о том, что в скорби человек встречается, как бы ощущает особо благодать Божью. Вот Господь дает скорбь и дает силу ее перенести, поддерживающую вот эту благодать. Угу. Поэтому, безусловно, нет. Вот сейчас я хочу обратиться к нашим гостям в студии, тоже предварив одной историей. Когда-то, все привожу примеры своей жизни, поскольку давно, давно живу на свете и имею некоторый опыт тоже скорби. А однажды пришлось заболеть серьезно, и я пришел к своему духовному отцу, и он мне задал такой вопрос, для меня тогда новоначального, очень меня смутивший. Он сказал: «А вы благодарите за болезнь?» Вот я тогда был в таком несколько замешательстве. Я хочу спросить нашу студию, понятны ли вам вот слова моего духовного отца: благодаришь за болезнь? Пожалуйста, кто-нибудь в студии, прокомментируйте, пожалуйста, почему возможно благодарить за болезнь? За любую скорбь. Да, и за любую скорбь, да. Кто у нас прокомментирует? Ничего не делается для того, чтобы спастись Богом, человеку. Если посылается болезнь, вот ясно надо понимать,
что это все делается исключительно для твоего спасения. Это то, что вот понимают воцерковленные верующие люди. Я не понимаю, мне жаль тех людей, которые в скорби не понимают этих вещей, которые Бога не ведают, церковь не хотят заходить. Вот мне их жаль и непонятно, потому что они не справляются с этой проблемой. А поскольку мы действительно долго живем и, естественно, болеем, вот, я хочу сказать, что если правильно отнестись к болезни, если к милости, к великой и с великой благодарностью, и понять, что это все делается для того, чтобы, претерпев, выбраться из болезни, выздороветь и вот на новую ступенечку в этой лестнице как бы забраться, а потом научиться еще благодарить, а потом еще и другим людям подсказать, как нужно себя в этой ситуации правильно вести. Вот. Так что верующим и неверующим людям я могу, основываясь на своем серьезном опыте в преодолении таких скорбей, сказать, что надо, если даже не получается от своего сердца и искренне, то все равно постараться поблагодарить Бога за болезнь. Спасибо. И в течение всей болезни постоянно этим заниматься. Спасибо. 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 Я вот у того же Игнатия Брянчанинова читал даже несколько таких, он рекомендует. Вот продолжая мысль, которая сейчас была высказана. Ну вот, не можешь благодарить. Все равно, говорит, слава тебе, Господи, достойное по делам приемлю. И вот многие, он говорит, употребляющие вот такое обращение к Богу, со временем получали именно помощь вот в таком поведении. Ну вот сейчас мы подходим к завершению второй нашей страницы. Тем не менее, мне хотелось бы сделать замечание, важное такое замечание. Очень много людей сейчас страдают депрессией. Угу. И многие говорят, что депрессия – это болезнь этого времени, нашего времени. Надо сказать, что благодарное сердце никогда не страдает депрессией. Mm-hmm. Это главное лекарство против этой болезни. Спасибо, да. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас, перед тем, как подвести черту по второй нашей страничке, я просто вспомнил, мы сейчас говорили о таком нелепом несколько подходе, дескать, вот ничего не буду делать, и Бог сам все управит. Я ему сказал, Господи, давай за меня делай, и расслабился. Это уже, честно говоря, глупость. И я вспомнил одну такую старую притчу о том, что человек во время наводнения проплывали лодки, ему говорит, садись лодку, знаете, да, он говорит, нет, меня Бог спасет, пролежайте, значит, вторая лодка, третья лодка, он говорит, нет, я не сяду в лодку, меня Бог спасет, я ему уверен, и так далее. В конце концов, он утонул, и потом Бог говорит, ну, я ж на тебя надеялся, он говорит, я тебе три раза лодку посылал. Вот я это к тому говорю, что мы иногда эти лодки не замечаем, мы не замечаем эти лодки. Спасибо, я бы сказал так, что мы скажем сегодня по второй части нашего разговора. Вот есть такая книга «Невидимая брань». Батюшка, как монашество, ее прекрасно знает. Первая ее глава называется так. «О том, что за все нужно, во всем нужно уповать на Бога». Вот. Итак, во всем нужно уповать на Бога. Второе. По вере нашей, как нас и учит Евангелие, и будет нам. Недаром Христос часто спрашивает страждущего, там, слепого, говорит, веруешь ли, что могу это сделать? Отца, отрока, болящего спрашивает, веруешь ли, что могу это сделать? Вот и по вере нашей. И, наконец, скорби, как это для кого-то из неверующих прозвучит, может быть, и странно, скорби – это печать того, что Господь вами занят. Ну, не могу, последнее сейчас вспомню, то ли у других, не помню, кого-то из русских классиков, он описывает ситуации. Две простые женщины возле монастыря стоят на коленях и плачут. Он подходит и говорит, почему вы плачете? И мать отвечает, давно не было скорбей, Бог оставил. Да, это история Антония Великого. Да, вот, ну, может быть, а я где-то уже в пересказах читал в литературе. Так вот, не пугаемся скорбей, потому что Господь не только знает о нашей скорби, но и, возможно, и посылает нам ее для того, чтобы показать нам, ты мой,
я тобой занимаюсь, хуже тем, кто оставлены. Вот здесь я скажу спасибо, поставлю многоточие и перейду к третьей страничке нашей последней, очень и очень важной, и попрошу ее сейчас дать слова из Евангелия, где Господь очень важные вещи о скорби говорит. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Ас победил мир. Ну вот такие непростые слова. Если можно, прокомментируйте для наших зрителей, что значит слова Господа «Я победил мир». Ну, сначала мы уже упоминали эти слова. Да. В самом начале «В мире скорбны будете». Угу. А в увязке со второй частью «Я победил мир». Угу. Здесь очень важно помнить о том, что он стал теперь личностью, победителем над этим миром, к которому мы были доселе привязаны. Он стал объектом для нашей любви, как победитель, истинный победитель. И именно в свете этих слов становятся понятны и другие слова Господа, где говорит, если любите отца или мать, или брата, или сестру больше меня, меня недостойны. Почему? Это что, жестокие слова? Это слова, освобождающие нас. Угу. Как к апостолу Петру обращается Господь с вопросом, с каким, когда является при море Тивериадском? Симоне Ионин, любишь ли меня больше, нежели они? Угу. Он, если он становится истинным предметом нашей любви, то он победитель для нас, победитель мира. То есть весь мир становится для нас уже неважным. Все внешнее, что живет, да, мы им пользуемся, но уже за гаджет мы не будем никого убивать. За кошечку и собачку мы не будем человека унижать. Мы будем видеть мудрость века сего через образ Христа, через победителя, победителя нашей смерти. Той смерти, которая нас делает прахом, а Господь нас возвышает в сопобедители Ему. Дорогие друзья, третья наша страничка самая, будем так говорить, непростая для людей нецерковных. Поэтому я прошу вас быть внимательным. Сейчас мы подходим к очень непростым и очень глубоким богословским вещам. Вот мы сейчас говорим, значит, пытаемся говорить о спасительной миссии Господа нашего Иисуса Христа, победившего мир. Я сейчас очень осторожно сейчас произнесу свой вопрос. Вот в чем он состоит. Говорят, церковь нас учит, что человек, человеческая природа сама по себе повреждена грехом. Причем повреждена она давно. И человек неизбежно грешит и неизбежно падает. То есть он как бы расположен к своим падениям. Неприятности и болезни, значит, неизбежны, спрашиваю я. Так ли это? И почему? Как они связаны с вот этой вот поврежденностью? Пожалуйста, это очень непростой вопрос. Я бы хотел, чтобы мы его рассмотрели поглубже. Пожалуйста. И увязывая вот это с предыдущей нашей темой, да, вот Господь говорит, я победил мир. Мир в Священном Писании обычно понимается как, ну, грех, можно так сказать, грех. То, что греховного есть в мире, конечно же, не мир материальный. И вот действительно, если мы говорим вообще о... И вспомним, что человек, мы, люди, мы живем после грехопадения. И вот эта поврежденность человеческой природы, которая исцелена во Христе, да, но все равно мы как бы последствия грехопадения мы видим в себе, да, вот эта предрасположенность к греху. Человек все-таки предрасположен к греху, так как болезнь физическая, да, она передается просто от детей от родителей к детям. Поэтому действительно Господь победил мир, и взирая на него, вот мне вспоминается вот этот эпизод с апостолом Петром, который ходил по водам. Он, помните, он когда имел в поле зрения Христа и да. видел его, он шел по водам. И вот эти море бушующие, с чем мы можем сравнить мир, они его не захлестывали, да? Как только он начал сомневаться и где-то Христа с поля зрения упустил, все, он начал тонуть. Да. И перестал на него уповать. Поэтому мы смотрим на Христа, на победителя, и таким образом шествуем
Спасибо. Я все-таки продолжаю немножечко тут копать еще вглубь. Нашим некоторым дорогим нашим зрителям совершенно непонятно то, о чем говорила сейчас Марина. Некоторым непонятно от той поврежденности предвечной, какой, вернее, предвечной, но давней поврежденности. Отец Алипий, пожалуйста, употребила слово «первородный грех». Два слова буквально об этом. Вот в нем корень наших проблем. Наверное, все слышали историю, когда Ева была искушена змеем в раю, вкусила запретный плод, искусившись этим, и после этого был заражен, скажем так, непослушанием Адам, и послужило это тому, что человек был изгнан из рая. И это, конечно же, самая печальная история человечества, которая продолжается и до сих пор через исполнение нами непослушания Богу, совершение греха, а значит и приверженности к болезням, о которых предупреждал Господь уже, когда человек был изгнан из рая. Говоря о том, что и женщина рожать будет в муках тоже, и хлеб будет добываться в поте лица. То есть, Маричка, если я правильно понимаю, если мы со зрителями правильно понимаем, то изгнание из рая означало как раз именно приход болезней, расположенность наша к болезням, к греху. Мы в раю были, не болели, правда же, так или как? Ну, человек Богом был задуман для чего? Для того, чтобы он возрастал в любви к Богу и возделывал окружающий мир в самом широком смысле, конечно же, не в физическом. Когда человек Бога ослушался, он сам себя от Бога отделил. И, собственно, наш грех и наши болезни, вот эти все, они это не следствие изгнания из рая, да, а следствие грехопадения, да, что человек сам себя отделил от Бога. А без Бога плохо. Итак, дорогие друзья, очень важный сейчас момент. Я бы хотел, чтобы вы вот сейчас этот момент, как бы мы приняли все его, услышали. Грехопадение привело к тому, что появилась смерть, болезнь, скорби. И тут возникает необходимость спасителя. Я так понимаю. Именно потому, что это произошло, человечество, которое произошло потом от Адама и Евы, оно уже без спасителя не может тогда избежать вот этого своей предрасположенности к греху. Ну, конечно, человек сам себя спасти не может. Это не мог сделать только Бог. Но другое дело в том, что человечество и каждый из нас, каждый человек должен осознать потребность спасителя. А когда мы это осознаем? Когда мы осознаем свою немощь. И вот, собственно, скорби – это один из способов, да, эту немощь познать. Угу. И познать необходимость спасителя. Потому что если я силен сам, я все могу сам, то зачем мне Бог? Итак, из-за того, что мы расположены к падениям, греху после грехопадения прародителей, Господь сходит на землю, распинается за нас, приносит себя в жертву, невинный Бог, безвинный. И благодаря этой жертве, становится возможным наше преодоление вот всех своих немощей. А без Христа мы этого сделать не можем. Я ничего не перепутал, Башка. Подобно этому уже происходило действие в раю после грехопадения человека, после падения. Когда помните эту сцену, когда Бог ходит по раю и ищет Адама, а человек прячется, и он признает, что он наг, он недостоин появиться пред очами Божьими. Но вот Бог ищет человека и на земле. Христос приходит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. А вот я сейчас хочу обратиться к нашим дорогим гостям в студии. Господь наш не только пришел для того, чтобы через свою жертву крестную спасти нас. Он создает свою церковь. Он создает свою церковь, церковь Христову. И вот я хочу обратиться к вам. Наверное, сидящие в студии бывают, уверен в этом, на исповеди, и слышат слова, которые священник произносит перед исповедью. «Пришел во врачебницу, пришел во врачебницу, да не исцелен, а ты идиши». Есть такая, вот, да. Есть такие слова священника перед исповедью. Так вот, я обращаюсь сейчас к студии сначала. Что церковь предлагает нам, слабым, падающим людям, расположенным к падениям,
слабым. Вот. Что церковь нам дает? Вот в чем эта лечебница? Как она работает? Пожалуйста, кто хотел бы сказать? Непростой вопрос. Да, пожалуйста, был бы очень благодарен. Здравствуйте. Ну, церковь, прежде всего, и самое главное, что нам дает, это самого Христа. В таинстве самом великом, которое есть, это в таинстве Евхаристии. То есть Христос, Он не когда-то там был в далеком прошлом, 2000 лет назад. Он живой, Он среди нас и в нас, Он между нами, но он всегда в нас присутствует, только надо это понять. И церковь нам дает это обращение к Богу. И вот вы только что вспомнили исповедь, но исповедь обычно происходит перед причащением. Она не обязательно перед причащением, но покаяние и исповедь, оно обязательно, суть, вернее, исповеди, покаяние, оно обязательно перед причащением, потому что сказано ведь, что нельзя вливать в старые мехи вино, потому что они, ну, грубо говоря, они не выдержат. Надо быть, надо очиститься, надо стать хорошими, ну, новыми мехами, чтобы могло вино сохраняться долго. Вот. И церковь нам дает самого Христа, который вечный и среди нас всегда. Спасибо, Господи, спаси Господи, спаси. Вот мы православные христиане, говорим сейчас, спаси Господи, желаем спасения в Господе. Но церковь, конечно же, я благодарен вам, конечно же, в церкви человек встречает самого живого Господа. Господа встречает. Это так. Но мы сейчас упомянули, Мариночка, я к вам сейчас хочу обратиться. Мы упомянули исповедь. Почему-то, я уверен, что без исповедания перед Богом своих грехов, без признания того, что я грешен, мне кажется, что нельзя получить помощи, именно духовной помощи. Как вы согласитесь со мной или нет? Я соглашусь, потому что самое важное для человека – увидеть себя настоящим. И Бог до времени нам не дает видеть нас настоящим, потому что если бы мы себя каждый увидел таковыми, какими мы есть, то мы бы, наверное, ужаснулись, и это все очень сложно. Но действительно, человек потихонечку, подходя к Богу, да, он видит себя потихонечку, как свет освещает темную комнату, он видит себя все грязнее. Кстати, это индикатор правильной духовной жизни. Да? Если человек говорит, что грехов у меня нет, значит, что-то с ним не так. Ага. Правильное движение – это если грехов становится все больше и больше. Ну, в смысле того, что ты видишь больше и больше. Осознание, да, они тоньше, да, и тоньше. Угу. Да? Угу. Спасибо. А вот мы вчера с отцом Алипием как раз разговаривали, и он мне посоветовал сегодня перед эфиром почитать армянского поэта Григория Нарикаци, 10 века поэт и монах. У него есть такая замечательная книга «Скорбных песнопений». Я сейчас прочту маленький отрывок из нее, чтобы показать, вот как человек, в каком духовном состоянии подходит к Богу, каким он себя видит. Нехорошим, как мы сейчас вот привыкли себя говорить, мы хорошие, мы, ни в коем случае не ругайте моего ребенка, мы его воспитываем, что он только хороший, он не может быть плохим и так далее. А вот Григорий Нарикаци, великий армянский поэт, монах, вот в книге «Скорбных песнопений» вот так описывает свое стояние перед Богом в своих немощах. «И наступает срок сказать мне честно о прегрешениях дней моих и лет. Но в час, когда пора держать ответ, моя душа робка и бессловесна. И если я припомню все, что было, и воды моря превращу в чернила, и как пергаменты я расстелю все склоны гор, пологие и дали, и тростники на перья изрублю, то и тогда при помощи письма я перечислю, Господи, едва ли мои грехи, которых тьма и тьма. И если кедр ливанский в три обхвата свалю я, сделав рычагом весов, на чаше их и тяжесть Арарата не перетянет всех моих грехов». Вот такой подход христианина. Вот с этим он подходит к Богу. Мы часто еще встречаем такую фразу в богословской литературе. Наша страница третья, как вы уже поняли, самая важная и самая сложная, может быть. «Христос – врач души телес». Это очень
Это, как мне кажется, это глубочайшая и очень, очень объемная мысль. Давайте хотя бы немножечко обозначим, что значит Христос – врач души телес. Ну вот в свете того, что вы сейчас прочитали, конечно же, для врача важнее всего для начала, чтобы больной осознал, что он болен. Если он не осознает, что он болен, он не будет лечиться. И потому человек, который приходит на исповедь, он, может быть, еще не до конца кается, но уже знает, что он болен и что в нем есть грех, и называет этот грех по имени, он уже этот грех начинает поражать. И, конечно же, тогда уже церковь становится ему помощницей. Для человека очень важно чувствовать, что он не один. Я сейчас не буду искать в Священном Писании слова, но есть у апостола Павла, по-моему, даже к римлянам, где он пишет о том, что для общины стал утешением приход его ученика Тимофея. Дальше говорит, и утешением для нас стало то, что вы в этой общине. А почему утешением стало? Потому что они претерпевали скорби. Они стояли в вере и претерпевали скорби. А он пришел для них как утешение. Говорит, и нам утешением стало то, что он сообщил, что вы эти скорби преодолеваете. Умение преодолевать – это особое искусство. Искусство человека и скорбящего, и человека, который возвышает свое сердце к Богу через эти скорби в надежде. А в надежде человек тогда через слезы, интимные эти замечательные слезы, очищает себя. И очищая, он начинает видеть греховность свою, грязь свою. И тогда возвышает свое сердце аж до любви. Маричка, вот какая связь вам видится между тем, что человек вот пришел на исповедь и не просто перечислил свои падения, а действительно сказал Христу, а мы верим, православные, что на исповеди Христос присутствует, и говорит, Господи, крал, Господи, лгал, Господи, блудил, изменял своей жене изменял. Вот все я это делал, и я хочу от этого освободиться. Вот каким образом, вот как это связано с дальнейшим преодолением скорбей? Вот тут, вот и как покаяние, церковное, подчеркиваю, покаяние, как оно связано с преодолением скорбей? И связано ли оно, если связано? Ну, мы говорили с вами в предыдущей нашей части, да, о том, что иногда мы сами являемся причиной своих скорбей. И, безусловно, здесь, конечно, не такая линейная связь, но наши грехи, они связаны с нашими скорбями и нашими болезнями. Отсюда, если человек кается, то, возможно, Господь и в этом смысле скорби как-то переменяет. Но, возможно, и другой вариант. Часто люди говорят, что все у меня было хорошо, я пришел в церковь, стал воцерковляться, познал Бога, и тут началось. Начались скорби и так далее. Так вот, мне кажется, тут важно понимать, что, вот как мы говорили, Христос – врач душ и телес. Но после грехопадения, вот правильная иерархия сил в человеке – это сначала душа, потом тело. Ну, или там дух, душа и тело. После грехопадения это все поменялось. Мы больше беспокоимся, что у нас где-то там физически болит, а за душу свою, мы о душе забываем. Так вот, Христос исцеляет в первую очередь душу. И поэтому нам важно помнить, что мне очень нравится такая фраза, что христианство проблемы не решает, оно их снимает. Если расставить правильные акценты, то, возможно, если человек что-то поймет, да, что-то ему Бог откроет, он будет двигаться к Богу, болезни, может, и не уйдут. Хоть он и покаялся в грехах, но тем не менее он как-то по-другому на них будет смотреть. Проблема снимается. Он будет пользу от них получать, а не скорбеть о том, что у него что-то не так. Дорогие наши зрители, я просто как православный христианин, скажем, воцерковленный, причащающийся, хочу вам просто сказать и напомнить, вернее, что Церковь Христова, каноническая Церковь Христова, это то самое место, где вы действительно, если вы крещены во Христа, можете прийти на исповедь, сказать Богу, что вот хотите, вы раскаиваетесь в этих грехах. Возможно, ваши дети от этого страдают, вы страдаете, возможно, нестроения какие-то. И вот это единственное место на земле, где
священник может иметь такую власть, и вот отец Алипий имеет такую власть ему данную, может разрешить, то есть освободить от грехов. И можно выйти из исповеди полностью прощенным и начать жить сначала. Батюшка, вы согласитесь со мной, это я правильно? Не совсем. Вот, да, не может, совсем так. Пожалуйста, если я вполне... Прощать может только Бог. Да, священник молится от имени церкви, молится о том, чтобы этот грех был прощен. Он упрашивает Господа. Да, и от имени церкви рассуждает о том, может ли этот человек оставаться членом церкви, причащаясь божественных тел и крови Господня. А вот я скажу честно, однажды меня один священник поправил, сказал, что как же, я говорю, прощаю, разрешаю тебе всех грехов. Я прощаю властью данную мне, или разрешаю тебе всех грехов. То есть я разрешаю. Вот. Ну, думаю так, Бог через этого священника разрешает нас от грехов. Так это будет правильно, да? Вот. Ну, если мы будем искренне иметь покаяние, ну, да, то, конечно. Да. Хорошо. Вот я сейчас нашей студии хочу предложить еще одно письмо. Тоже вот, Вера, дело такое непростое. Вот. Читаю письмо нашего зрителя. «Я пришел к Вере не так давно. Не раз приходила слышать, внимание, путь в Царство Небесное лежит через страдания, скорби, несение житейского креста. Но так выходит, что на данный момент у меня все в жизни складывается удачно. Означает ли это, что с духовной точки зрения мне было бы полезно пострадать?» И далее человек спрашивает, нужно ли искать неприятности для моего спасения? Ну вот, пожалуйста, кто в студии возьмется прокомментировать это письмо и ответить нашему зрителю? Можно? Я бы тоже в ответ хотел задать еще один вопрос после этого. Ну вот человек спрашивает, нужно ли искать скорби? Не нужно их искать. Скорби вас найдут, если нужно будет. То есть Господь на данном этапе не считает необходимым, чтобы у человека были скорби. И вот у меня возникает вопрос. Часто в протестантизме есть такое мнение, prosperity, что если человек угодил Богу, у него много денег. То есть, если ты хочешь быть успешным, если ты больше праведен, у тебя лучшее благосостояние. Если у тебя скорби, плохо денег, значит, ты Богу не угождаешь. Взаимосвязаны ли эти вещи? Насколько наличие материальных благ решает все наши проблемы? И такая фраза, которая часто звучит из уст людей, «Не учите меня жить, помогите мне материально». Угу. То есть насколько наше материальное благополучие связано с нашей праведностью, и решает ли оно наши действительно проблемы, вот, наличие денег? Спасибо. Так, нужно ли все-таки вот... Для спасения надо вот пострадать быстренько, где-то искать там и проходить там, вот может кто-нибудь меня обидит там или там вот может... Ну, может... сказал, что искать не надо, потому что Бог видит тот момент, когда будет это происходить. А ответ на вопрос насчет благополучия, да, это ветхозаветное мнение было такое, что богатые люди – это люди, которые угодили Богу. Но, тем не менее, Христос пришел и говорит, что лисы имеют норы, где бы им спать, а Сын Человеческий не имеет такового. И апостолы говорят, вот посылаю вас, даже без суммы, да, проповедовать. В данной ситуации, то есть Господь показывает, что привязанность к земным благам, земным благополучиям не есть что-то важным, каким-то показателем того, что люди процветают в очах Господних. Ну вот, сейчас я хочу предложить одну мысль вам, Марина, батюшка, вам, всем. Ну, собственно, вот такую мысль. Правильно ли мое рассуждение? Бог вечен. Господь тот же, и когда творил мир, и тот же Господь сейчас слышит то, что происходит в этой студии, что мы сейчас говорим здесь, Он вечен. Это первая такая вот позиция. Итак, если Господь вечен, если Он всеведец, то, следовательно, мы можем к Нему обращаться постоянно. Я сейчас говорю о молитве. Вот если можно было, мы подходим к завершению нашей программы, сказать какие-то важные слова нашим зрителям, и себе, может быть, какова роль молитвы в преодолении скорбей?
Ну что ж, молитва есть тот двигатель души, который и создает человека духовного. Когда нам говорят о том, что вот мы духовные, то мы должны помнить о том, что человек духовный – это не поэт, не художник. Духовный человек – это тот, который общается с Богом, с Духом. А общаться с Богом, кроме как молитвы, иначе не получится. Молитва. И если Бог вечен, то Он приглашает всех нас в свою вечность. Общение с Богом и есть сопричастие этой вечности. То есть молитва необходима человеку, я так понимаю? Безусловно. Мне вспоминаются слова апостола, где он говорит о том, что человек – это храм Божий. А храм без молитвы не стоит. И вот помните место из Евангелия, где Господь изгоняет торгующих из храма? И некоторые святые отцы толкуют это так, что в храме должна звучать молитва. Должна быть вот это богообщение. А если человек молитву оставляет, человек как храм Божий, то в него он становится вертепом разбойников. А разбойники – это кто? Это наши страсти и грехи. Поэтому без молитвы храм не стоит, и человек не живет. Это вот мне еще очень кажется важным, что в православии, вообще христианство, мы начинали с того, что Бог – это личность. А общение двух личностей – это как разговор. Как мы можем общаться, если не разговаривать? Да? Угу. Ну, хотя иногда нужно и молчание Бога услышать. Я напомню, что апостол Павел, величайший из апостолов, прямо говорит: «Непрестанно молитесь». Непрестанно молитесь. Это обращение. Всегда радуйтесь. Да, все радуйтесь, а все благодарите. Да, ну вот именно вот я вспоминаю это место из послания апостола. Непрестанно молитесь. Это для нас очень большой вызов. Мы ведь должны воспринимать все всерьез, мы ведь не играемся. Если мы христиане, то мы должны непрестанно молиться. Это не означает, что мы должны постоянно стоять на коленях, но ходить пред Богом. Вот как понять слова апостола «непрестанно молитесь»? Вы знаете, мне вспоминается один священник, я слышала, говорил, он говорил, если ты молишься только тогда, когда ты стоишь и молишься, ну, правила читаешь, да, молитвы, то ты, значит, никогда не молишься, потому что вот это действительно очень красивые слова из Писания, хождение пред Богом. Это не значит какие-то молитвословия произносить даже, да, а вот понимание, что ты живешь все время в присутствии Бога. Что Бог есть, Бог везде. Спасибо, да-да-да, это именно так. «Ходи передо мной и будь непорочен», услышал Авраам, да? Итак, фактически молитвы, дорогие друзья, если я ошибаюсь, сейчас меня, батюшка, поправите, чтобы я в ересь не впал, не дай Господь, молитва является, в общем-то, предстоянием перед Богом, да? Вот предстояние. Именно так. Да, и именно предстояние, вот все время жизнь в присутствии Божьем, да? Вот жизнь в присутствии Божьем. Это величайшая... величайшая как бы цель, к которой мы должны идти. А вот сейчас я бы хотел обратиться ко всем, и ко студии, и к нашим уважаемым гостям вот здесь, с которыми мы сидим за столом. Есть ли в вашей жизни, священнической, мирской жизни, случаи, когда вот явно на молитву Господь ответил? Вот. Кто готов привести примеры, мы бы хотели бы очень сейчас услышать. Вот. Молился и получил ответ. Но я хотел бы еще добавить по поводу молитвы по предыдущему вопросу. Я считаю, что под фразой «молиться Богу постоянно» еще подразумевается не, ну, не просто молитва в таком понимании, как мы понимаем, что слова какие-то специальные «Отче наш», «Пресвятой Богородице», а просто помнить о присутствии Божьем. Это уже тоже молитва. Если человек делает что-то, интеллектуальную работу, то ему сложно постоянно молиться Богу. Но если он, работая интеллектуально даже или физически, просто помнит о том, что есть Бог, и он все видит, и он мой Бог, то это уже и есть молитва. И это и есть, мне кажется, молиться всегда Богу во всех своих обстоятельствах житейских. Спасибо, спасибо. Но я все-таки... Спасибо большое. Я все-таки хотел, может быть, кто-то поделится или расскажет историю из, не своей жизни тогда, а, может быть, из жизни знакомых, скажем, когда молитва была услышана. Или, может быть, читал. Вот, если уж так, может быть. Вот. Ну, на самом деле, я уверен, что все и присутствующие, и вообще все христиане так или иначе получали обязательно по прошению своему. Но это, кажется, было так вот, мимоходом.
тогда. И человек даже иногда не запоминает те случаи, которые произошли, не увязывает даже иногда со своей молитвой и даже считает подчас, что это он выполнил, а не Бог создал такие условия, чтобы исполнилась та или другая молитва. Но я могу привести как бы такой простой пример, что было очень сложное, у меня лично было сложное очень такое состояние, когда размышлял, как же поступить так или иначе, потому что было решительно в моей жизни момент такой. И я даже думал открыть Священное Писание и найти, вдруг там какая-то мне будет подсказка. И уже когда я подошел к Священному Писанию, у меня мелькнула мысль, о которой я могу сказать, что это мысль от Бога. Это Бог говорил. А что ты там хочешь еще найти, кроме как терпи? Я положил Священное Писание на место. Я получил ответ. Спасибо. Спасибо большое. Я вот еще вспоминаю, ну, этот случай, наверное, многие знают, из жизни святителя Луки Крымского. Знаменитый момент в его жизни, критический момент, когда умирает его жена, и он остается с 4 детьми. И вот он не знает, что делать. Обстоятельства: большевики у власти. Умерла любимая жена, 4 детей, еще несовершеннолетних. И он открывает псалтирь, и в 112-м псалме находит слова: «Неплодную вселяет в дом, радующийся о детях». И почему-то он пишет в своей книге: «Я ясно понял, что это слова Бога, обращенные ко мне, и он имеет в виду мою медицинскую сестру, которая бездетна, то есть неплодна, и она должна стать женой, прошу прощения, должна стать матерью моих детей». Именно не женой. Он уже к тому времени был монахом. И он идет к ней и просит взять на воспитание его детей. Далее последовали 13 лет его тюрем и ссылок. А эта женщина, которую Господь ему указал во время чтения псалтирии, воспитала вот его детей. Вот услышал Бог, даже слова еще не произнес, а Господь уже вышел. Маричка, вот вам вспоминаются какие-нибудь такие вот случаи, когда человек кричал что-то Богу, и Господь услышал? Вы знаете, я вспомнила из недавнего, читала статью о каком-то диссиденте, я, к сожалению, сейчас имя не помню, который, ну, проповедовал диссидент, я так условно говорю, проповедовал Христа в советские времена. Вот он был посажен в тюрьму, и он зашел в эту камеру, а там множество заключенных, причем тогда этих религиозных, ну, по религиозным статьям, тех, кого заключали, их садили самыми такими, ну, как бы, да, по иерархии этой преступной, самыми, да, уголовниками такими серьезными, и вот они узнали, знают, что он верит в Бога. И этот человек описывает, что да, действительно, я верю в Бога. Он проповедует им о Боге. И он говорит, ну, уголовник какой-то из главных ему говорит, что ну, раз ты веришь в Бога, то помолись своему Богу. Вот нам тут не дают сигарет. И помолись, пожалуйста, вот если Бог твой есть, Сергей, то, Худель, да, да, то ты, пожалуйста, то мы сейчас увидим. И он говорит, я в таком отчаянии, во-первых, ну, какой я молитвенник, да, во-вторых, и вот он так описывает свои переживания, и он действительно помолился, причем он перед этим сказал, вы знаете, что курение – это, собственно, грех, но поскольку, чтобы вас убедить в том, что Господь есть, он молится, и представляете, в тот же момент каким-то неведомым, ну, так Господу ведомо, да, открываются эти двери этой камеры и вбрасывают пачку, ну, блок сигарет, да. И это было вот такое явное чудо, где он дальше был, ну, на этом этапе, да, в заключении, все время эта история как бы шла шлейфом за ним. Это вот действительно Господне чудо не от нас. Да, человек осознает, что он слаб, а спасибо. Господь вот так себя явил. Спасибо большое. Нечто. Спасибо, да, большое. Мы разговор наш очень интересный, и мы по времени сейчас уже вынуждены его заканчивать, хотя я надеюсь, что мы еще будем продолжать эту тему, и мы еще увидимся в этой студии. В заключение хочу сказать, что путь к Богу, путь в Царство Божие, в Царство Небесное, он не может быть без неприятностей и скорбей. Дорогие наши друзья, это, пожалуйста, помните. Если скорби попускаются, то не без ведома Бога. Всегда так. И не нужно унывать, нужно понять, в чем проблема. И если эта проблема в нас, а она чаще всего именно в нас, то у нас есть прекрасное средство. Мы можем перед Богом покаяться и просить у Него в молитве
помощи. Еще хочу сказать, что исцеление, различная помощь, часто нами не замечается. Они приходят постоянно, мы просто этого не видим. Чудеса Божьи, она совершается каждую минуту. Ну вот и на этой вот ноте я хочу поблагодарить всех, кто сегодня участвовал в нашем разговоре, вас, батюшка, ваш, Марина, всех, кто в студии. Сказать спасибо нашим зрителям за внимание и терпение. И до новых встреч в программе «Лестница в небо» на канале «Киевская Русь». До свидания. Спасибо.